Ребят, еще раз привет, с вами Дмитрий Косулин, и в этом коротком видео мы посмотрим, как делать первый звонок. Значит, первое — это подготовка. Должны быть нормальные эмоции у человека, он должен себя чувствовать хорошо, он должен отложить в сторону какие-то свои проблемы и заботы, то есть настроиться на позитивное общение. Но это отдельный урок, об этом будем говорить. Значит, с чего начинается первый звонок? Мы говорим сейчас о компании Procom LM. Первый звонок, да? Алло. Это Сергей, да, а тебе звонит Дмитрий Косулин, узнал такого? Да, удобно говорить? Да, то есть вот только в том случае, если вы получили три «да», вы можете продолжать диалог, потому что это может быть не Сергей номер поменялся, он может быть вас не узнал, будет спрашивать, а кто это, или ему может быть неудобно. В таком случае вы спрашиваете, да, ну как бы есть минутка, да, есть, да. Чем сейчас занят в деловом отношении? Этот вопрос позволит человеку как бы вылететь из зоны комфорта, потому что мозг чем-то занят другим, ему придется все-таки часть ресурсов мозга на вас направить. Да? Только после этого вы начинаете свое деловое предложение. Он рассказал, чем он сейчас занят. Вы ему говорите: я нашел тему просто потрясающую. Если коротко, 12 миллионов за 45 дней. Вход 400 рублей. Это все, чем ты рискуешь. Все, что нужно, это пригласить 4 человек и проконтролировать дуплицирование. Скажи, пожалуйста, тебе это может быть интересно? Как правило, человек говорит «да» или «нет». В некоторых случаях человек спрашивает: а что за программа? Вернее, а что за компания? После этого вы его опять же шокируете. Да? Самой компании нет, сайта нет. Все, что есть, это программы генерации уникальных ключей с определенным математическим алгоритмом, который даже интернет не нужен. И именно она распределяет деньги в математической последовательности, которая позволяет заработать 12 миллионов за 45 дней. Тебе это интересно? Если человек продолжает задавать вопросы, можно сказать следующее. Слушай, мы сейчас с тобой будем минут 10 разговаривать, у меня время дорого стоит. Есть видеоролик, который все подробно объясняет. Если хочешь, я тебе его сброшу. Не хочешь — прощаемся. Человек говорит: ну хорошо, сбрасывай. Все, вы ему сбрасываете ролик, после этого там через какое-то время договариваетесь, во сколько вы позвоните, и уже тестируете его интерес. Весь бизнес. Ну что ж, друзья, делайте так, и у вас будут очень быстрые и хорошие результаты. С вами был Дмитрий Косулин. Пока.